Экология – одна из самых уязвимых сфер нашей жизни. Казалось бы, все с детства знают, что о природе надо заботиться, но на деле мало кто следит за соблюдением природоохранного законодательства. За примером далеко ходить не нужно. Прямо сейчас в пойме реки Пахра вовсю идет строительство очередного жилого комплекса. Экологически чистый район, живописный вид и федеральная трасса рядом. Чем не лакомый кусочек для строительных компаний? Вот только экология интересует застройщика исключительно с точки зрения будущих продаж. Ведь строительство тут ведется с явным нарушением Водного кодекса. Чуть ли не у кромки воды высятся горы отходов. Тут и бытовой мусор, и строительные отходы, и бой кирпича вперемешку с арматурой, и древесный хлам. Все тщательно перемешано с землей и выгружено в огромные кучи выше человеческого роста. Но представитель застройщика ничего не боится и намекает на высокую крышу, называя имя российского президента. По-твоему, кто в курсе об этом? Кто должен быть в курсе? Владимир Владимирович. Его подпись показать? Так что говорю, друг, такого нет, такого нет, что придут, что-то заберут здесь. Вот в чем вопрос. Юристы общества охраны природы уже направили жалобы в соответствующие инстанции и с нетерпением ждут результатов проверки. Мы очень надеемся, что обнаглевшие строители пожалеют о таком безответственном отношении к природе и к законам, которую эту природу защищают.